Сегодня в России день траура. Вся страна скорбит по погибшим в пожаре в Кемеровском торговом центре. Приспущены государственные флаги, отменили все развлекательные мероприятия. Акции памяти в течение 2 дней прошли во многих регионах. В Северной Осетии тоже зажигают свечи. Напомним, в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. 41 из них – дети.